Ну что ж, следующий мем посвящен семейной идиллии. Семейным отношениям. С грустью на лице. Так. И вообще, вот, Ман, вот знаешь что? Вот, как бы, вот... Вот подожди, Ман, вот знаешь, вот формально вот, подписчиков у тебя больше технически, правильно? Правильно, на Ютубе, да? Я не могу доминировать. И все твои жалобы не обоснованы, правильно? Правильно. Как я могу маленько доминировать над ютубером с галочкой? Я не могу, я максимум, что могу, это над какими-нибудь маленькими, но... Так что, это я в твоих абьюзивных отношениях? Ты ходишь, мне изменяешь, а я плачу ночами. Я жалуюсь сестре о том, как мне больно. О том, как каждый раз ножом по сердцу. И я прихожу на кухню в надежде приготовить тебе завтрак, чтобы хоть как-то сохранить семью, а там... А там происходит бабах, и всё, и потом ты злишься и снова уходишь. И тебе не нравится то, что я готовлю, и ты пытаешься выставить то, что я тебя обижаю, но изменяешь-то ты мне. Это очень грустно. Да. Мана абьюзит, а не до меня. Меня только здесь абьюзит. Может, да. Это очень грустно. Знаю я, как ты ей жалуешься. Как? Я прихожу к ней ночам, я прихожу в ее комнату. Я падаю к ее коленям на кровати и плачусь в ее кровать. Чтобы не оставлять следов на нашей, потому что ты будешь потом снова ругаться. О том, что какие-то мокрые следы на кровати. Поэтому мне приходится это делать на кровати Чарли. Я плачусь ей, я говорю, как мне больно. О том, что я снова видела. Как это происходит? Я просто, девочки, я плачу. Поэтому, как ты можешь говорить, что я тебя обьюзю? Я просто хотела быть с тобой, а ты... Это очень грустно. И вот знаете, после этого, после поступков, которые были совершены, этот мем смотрится так печально, так грустно и так больно, тоскливо на душе. О, боже. А вот что ты куришь? Вот всегда ты так делаешь свои грязные дела, а потом лежит и курит. А потом все считают. Потом приходят другие девочки и называют тебя большим папочкой. А ты лежишь на кровати после грязных дел и дымишь. Дымишь прямо мне в лицо, заполняя комнату дымом. И от этого мои глаза слезятся еще больше. Это очень больно. Кто под маской, не знаю, но явно кто-то, кто хочет меня спасти от этого абьюза. Что? Ну, да. Сколько надо раз моргать, чтобы сказать, что я в заложниках? Я думаю, хватит. Но если что, шутки. Потому что у нас равноправные отношения.